В каждом доме за год накапливается примерно 50 килограммов пыли. Пыль, пыль и еще раз пыль. И откуда она только берется? Считается, что человек – главный ее источник, но даже если мы уезжаем в отпуск, по возвращении в пустом доме на поверхности мебели видим огромные слои пыли. Если не человек, то кто же? Оказывается, на Земле ежегодно оседает 10 миллионов тонн пыли, и только 30% пыли созданы человеком, остальные 70% – природой. И даже микрощели в окнах для нее не преграда. Может, расстрою вас немного, но избавиться от пыли навсегда просто невозможно. Но бороться с ней, несомненно, нужно. Вы же не хотите, чтобы она оказала негативное воздействие на ваш организм. Очень хорошо иметь в доме вот такие салфетки с пропиткой. Для этого нам необходимо 3/4 стакана уксуса, столько же воды и несколько капель эфирного масла лимона, лаванды и бергамота. А вот для деревянной мебели отлично подойдет защитная полироль. Все знают, что она отлично вытирает пыль, и очень важно, чтобы она защитила мебель от быстрого ее оседания. Для приготовления защитной полироли нам понадобится 1/2 ложки растительного масла. Лучше использовать, конечно же, оливковое. А также несколько капель эфирного масла лимона. И 1/4 стакана уксуса. Ковры – это главные накопители пыли, поэтому очень хорошо использовать пылесосы с аквафильтром. И не забывайте использовать специальные моющие средства для ковров. Для этого нам понадобится 0,5 литра теплой воды. Берем моющее средство для посуды, приблизительно 2 столовые ложки. 2 столовые ложки уксуса. И столько же соды. Оставляем на несколько минут, протираем впитывающей тряпкой и пылесосим. Если у вас сухой воздух в доме, очень важно увлажнять его. Чтобы одержать победу в борьбе с пылью, делайте влажную уборку хотя бы каждые 2 дня.